Здравствуйте! Сегодня мы будем смотреть новый дом от банка. Он еще не вышел в продажу, цены будут вот-вот. Смотрите все подробности, место расположения на карте по ссылке под видео. Дому принадлежит подземная парковка с лифтом, со светофором, 2 этажа. Мы находимся с вами на 1-м этаже. Сейчас посмотрим самую большую квартиру в этом доме. Квартира 4-комнатная, в ней 3 спальни, 1 гостиная, 2 санузла и 2 балкона и 2 выхода в патио. Коридор. Сразу из коридора 1-я спальня, так ее назовем, которую можно использовать как кабинет. И отсюда выход в патио, достаточно большой двор, который впоследствии можно закрыть, сделать крышу, озеленить, поставить барбекю, в общем, по вашему желанию. Очень большой. Зелень в Испании стоит недорого, так что можно поставить большие деревья. У вас будет собственный сад. Жарить шашлыки и петь песни под гитару. Вторая спальня. Окно в ваш садик. Встроенный большой шкаф-купе. Дверь в подъезд, мы в нее вошли. Вторая спальня очень большая. Здесь уже ванная с туалетом. Окно выходит в патио. С большой коридором. Из коридора выход маленькое тоже патио. Подсобное помещение его можно использовать. Ну, закрыть. Или тоже маленький садик сделать. Большая кухня с выходом на балкончик. Кухня с хорошей мраморной столешницей, множество шкафчиков, что порадует женщин. И большая гостиная. Фото и цену на квартиру, подробное описание смотрите по ссылке под этим видео. В доме имеется общая терраса, на которой находятся солнечные батареи, которые позволят экономить расходы на электричество до 90%. Цены и описание квартиры вы можете посмотреть по ссылке под нашим видео. Сейчас мы с вами пойдем прогуляемся до моря, чтобы вы поняли расположение дома по отношению к морю. И хочу вам показать заезд на подземную парковку со светофором. Это лифт. Вы на машине заезжаете в лифт и опускаетесь на желаемый этаж.
располагается на третьей линии от моря, вот наш дом, который мы снимали. И до пляжа где-то 150-200 метров. Мы спустились по улице от дома к пляжу. Пляж называется Дель Кура. Здесь находится множество ресторанов, кафе. И центральный проспект по набережной. Можно пройти, прогуляться. No hay eso que nos traiga el mundo. Thank you.